Зина Ковалева. У меня вопросы по семинару астральной энергии. Скажите, можно ли входить в состояние астрала каждый день? Да. Скажите, можно ли один вечер перед сном представлять себя синим, забирать, а в другой в огненном? Да. Или выбрать одну из практик? Можно и так, и так. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь из своей книги. Хорошо, с удовольствием это сделаю. Вот книга. Открываю любую страницу, попадаю на слово «семья», видите, «семья». Читаю первое, что появится. Один из самых важных элементов семьи — это равенство. Обидчивость, манипуляция, целью которой является доказательство своего превосходства. Нужно всегда следить за равенством, так как его отсутствие приводит к разрыву отношений. Равность необходима только в семье. Если в семье присутствует эксплуатация, то в дальнейшем это приводит рано или поздно к конфликту. Равноправие невозможно, если нет обязанностей. Старайтесь, чтобы у всех в семье, и у взрослых, и у детей были свои обязанности. Хочу дополнить: если любишь, то не используешь. А если используешь, то не любишь. Старайтесь друг друга не использовать в наглую. Надежда Самарская. Подскажите, пожалуйста, когда можно кушать, если днем держишь пост, до захода солнца ничего не есть, или до 8-18 часов, или до утра? Вообще пост держится от утра и до утра, ровно сутки. А так, что это у вас за пост? Утром начали, утром кончили. С утра на следующий день. Вот ночь нельзя есть. Пост соблюдается и утром, и ночью. Андрей Андреевич, подскажите самый быстрый метод поднятия тонов. Самый быстрый метод поднятия тонов звучит так. Радуйтесь, прямо вот так делайте. Ах, какой прекрасный мир. Ах, как все прекрасно. Ах, и самый простой способ их погасить. Почему это плохо? Почему? Почему же так? Слово «почему» гасит тона. И слово восхищения «ах» поднимает тона. Ах, как хорошо. Ах, как прекрасно. Вот это да. Вот как мне нравится. Супер. Как же мне хорошо. Ходите целый день, как намаханный, и говорите: ай, какой красивый столик, ай, какие красивые палочки, ай, как мне нравится, ой, какой прекрасный вечер, ах, буду тащиться. После этого сидите на лавочке на улице и говорите: тащусь, так хорошо. И контролируйте выделение вашего тепла, радостного.